Итак, что я хочу рассказать о нашем клубе Offer Invest. Начинался он с того, что мне несколько человек предложили дать денег на то, чтобы я создал какой-то бизнес, и они получали с этого бизнеса проценты. И, в принципе, я понял то, что это проблема не одного человека, а многих людей, которые находятся в интернете, да, потому что, ну, если бы ко мне один человек обратился, я бы, может быть, не обратил на это внимание, да. Но когда это уже несколько людей, да, обращаются, то есть друзей, и предлагают деньги для того, чтобы я создал на эти деньги бизнес, и какие-то проценты они с этого получали, то родилась очень интересная идея. В принципе, я просмотрел интернет, и такая проблема есть реально у многих. Вот, у кого есть такая проблема, то что вы не можете сами лично создать источник дохода, который будет приносить вам постоянную прибыль. Поставьте, пожалуйста, плюс. Давайте плюс, там, минус. Единички вот кто-то ставит. Плюс. Вот, видите, да, то есть такая проблема существует, и причем у очень многих людей. Причем даже если вы покупаете какие-то курсы, и у вас что-то не получается все равно, да, то есть вы проходите курс, но у вас не получается создать источник дохода. Возможно, у вас не хватает там времени, может быть, еще чего-то, может быть, знаний каких-то, да, дополнительных. И, в принципе, это понятно, потому что на создание источника дохода требуется какое-то время. А понятно, что людям-профессионалам, таким как, допустим, я, вот Артем, Евгений Вергус, да, который здесь присутствует, уже мы прошли те этапы, когда, ну, бизнес, то есть вот эти вот сложности, да, сложные моменты, у нас есть свои там базы там и так далее, да, по которым можно что-то разослать, какое-то интересное письмо, люди придут, прочитают, зарегистрируются в сервисе там и так далее, то есть способов монетизации есть очень много. Вот, и пришла такая идея сделать такой клуб, который будет создавать источники дохода для абсолютно всех его членов. То есть вам, по сути, нужно быть нашим, вступить в наш клуб, и вы получите возможность получать долю от тех бизнесов, которые мы создаем всем нашим сообществом. Представьте, допустим, вот какой-то, не знаю, небоскреб, да? Захотим, вот я, если бы я бы захотел построить небоскреб, я бы в одиночку его точно не смог сделать, да? Ну, а когда много людей собирается, мы можем, в принципе, свернуть любые горы. И если помните, раньше были такие кооперативы, которые, ну, скидывались там по 100 рублей, покупали квартиру, это была кооперативная квартира, которую там кто-то там жил, кто-то сдавал, ну, как-то так вот все это происходило. В принципе, по сути, наш клуб является таким кооперативом только в интернете, но есть несколько отличий, да, от простого кооператива. Здесь мы создаем реальные источники дохода, которые приносят прибыль абсолютно всем членам нашего клуба. И в этой презентации я объясню, как это происходит. Да, практически долевое участие, вот Галина сказала, но есть свои нюансы, потому что здесь у нас практически нет горизонтов, то есть мы с вами можем создавать столько бизнесов, насколько у нас хватит сил. А сил у нас хватит, если наше сообщество будет постоянно развиваться, да, у нас будут постоянные какие-то обороты, постоянные новые проекты, которые приносят прибыль, к нам будет присоединяться все больше и больше заинтересованных людей, которые не только заинтересованы просто вступить в наш клуб, а заинтересованы пользоваться нашими продуктами, которые мы с вами создаем. Ну, примерно вот, давайте я сейчас перечислю, что у нас, какие у нас есть источники дохода, основные, да, которые мы строим. Это доход от бизнес-проектов, которые создает клуб, доход по партнерской программе на 10 уровней, да, то есть сюда тоже мы включили небольшую такую систему для тех, кто любит партнерские программы, сетевой маркетинг, возможно. Потому что именно партнерская программа, она дает вам возможность получать не только постоянный пассивный доход от источников дохода, которые мы создали, но еще за счет того, что вы развиваете этот клуб, да, клуб, вы можете зарабатывать еще и по партнерской программе дополнительные деньги. Распределение прибыли от всех созданных проектов на OfferCoin. Вот этот OfferCoin, вы запомните, да, то есть это наша цифровая валюта, которая сейчас только начинает создаваться, точнее она создана уже, и она раздается вам сейчас бесплатно на данном моменте, когда вы регистрируетесь, когда вы помогаете сообществу нашему развиваться дальше. Потому что чем больше мы получаем трафика на сайт, недаром я сегодня заговорил о трафике, да, тем больше мы получаем заказов на рекламу, заказов на авиабилеты, там, ну и так далее, на те проекты, которые мы будем с вами создавать в течение всего нашего времени. Да, то есть, а этих проектов может быть сотни на самом деле. Самое главное просто правильно приложить свои силы и начать как бы действовать в том направлении, в котором мы хотим. Не обязательно это будут интернет-проекты, постоянно мы можем делать какие-то проекты на земле, там, когда сообщество уже будет несколько там, десятков тысяч человек, мы спокойно можем купить себе отель, сдавать его в аренду и также получать арендную плату на доли, которые вы будете иметь.
И возможность зарабатывать также внутри клуба есть у каждого человека абсолютно. Один из способов заработка я недавно опубликовал на YouTube, да, то есть вы просто берете, подключаетесь к какой-то партнерской программе и выставляете на нашем сайте рекламу. Но это как пример, да, то есть у нас будет еще площадка для фриланса, то есть если вы чем-то занимаетесь, создаете какие-то сайты, возможно, дизайн делаете, да, то есть мы создаем клуб для того, чтобы людям здесь было не только комфортно, да, вести свой бизнес, да, но было интересно там смотреть кино какое-то познавательное, ну и так далее. То есть практически мы создаем сейчас экосистему, которая всем будет интересна, и не только интересна, но и все будут здесь получать то, зачем они сюда пришли. Я думаю, с этим мы еще к этому вернемся, и вы поймете все в течение нашей презентации. Итак, как происходит у нас доход от бизнес-проекта? Представьте, что мы сейчас возьмем как пример нашу рекламную площадку, которая сейчас просто бешеными темпами развивается, и за последние полтора месяца доход от этой площадки увеличился не знаю во сколько раз, во много раз. Я даже не могу подсчитать. То есть мы предполагали, да, что ну, в принципе в эту площадку было вложено всего 8 тысяч рублей, потому что на начальном этапе там присоединилось не так много людей, то есть клуб начал только-только развиваться, у нас было всего на тот момент 200 человек, и членских взносов было собрано 24 тысячи. Из этих 24 тысяч 8 тысяч ушло только на создание бизнес-проекта, да, а все остальное у нас распределено было по партнерской программе. И вот эти вот 8 тысяч мы вложили в рекламную площадку, в доработку нашего сайта и всего остального. Сейчас рекламная площадка ежедневно нам приносит 3 тысячи рублей. То есть она начала уже приносить 3000 и больше рублей каждый день практически. Вот. И чем больше мы получаем трафика, тем больше мы получаем заказов на эту рекламу, да, на нашем сайте. И 49% этой прибыли сразу же распределяется, ну как сразу, то есть там в течение дня, там, либо на следующий день, распределяется среди тех людей, которые начинали, то есть оплачивали членские взносы в тот момент, когда эта площадка создавалась рекламная. И плюсом, 51% уходит в клуб. Вот сейчас вы видите эту модель на своем слайде, то есть вы, являясь членом клуба, вы можете бесплатно зарегистрироваться, бесплатно начать зарабатывать, то есть привлекая сюда партнеров, клиентов для рекламы, да, эти клиенты впоследствии становятся полноправными членами клуба, то есть покупают членский билет, так скажем, от 500 до 3000 рублей, вы получаете деньги по партнерской программе, по 10-уровневой, я к ней тоже позже вернусь, и начинаете их зарабатывать практически сразу. У нас здесь нет каких-то определенных статусов, но есть определенные плюшки, да, на каждом моменте. Я о них тоже позже расскажу. Итак, что же происходит? То есть вы оплачиваете членский взнос, ну, допустим, 3000 рублей примерно. Это самый большой членский взнос, который у нас есть. Вы получаете сразу доступ к тем материалам и сервисам, которые создает наше сообщество. То есть сейчас это не так много, да, всего мы создали, да, но у нас уже есть чем с вами поделиться. То есть это какие-то платные курсы, что-то в записи, есть скрипты там, ну и так далее. Мы постоянно работаем над чем-то новым, что будет вам полезно и для развития бизнеса, и просто для вас самих лично. Вот. 34% этих денег от того, что вы платите, да, то есть если от 3000, это 1020 рублей всего, уходит на создание бизнеса какого-либо, который мы сейчас вот разрабатываем в данный момент. Мы одновременно делаем несколько бизнес-проектов и в принципе, какой бизнес-проект мы первый реализуем, туда и пойдут ваши деньги. За эти деньги вы получаете доли этого проекта. На начальном этапе доля каждого проекта равна всего-навсего 1 рублю. Но на втором этапе эта доля вырастает практически в 3-4 раза, а потом может и во много-много раз вырасти, потому что на эту долю вы начинаете получать реальную прибыль от реального бизнеса. Не от того, что вы подключаете людей, то есть вы можете выбрать себе аватар как инвестор, да, можно так назвать. То есть вы оплачиваете членские взносы и все, ничего больше не делаете. На эти деньги вы будете постоянно иметь доли какого-либо проекта, который у нас создается. И также вы будете на них получать свою прибыль. Эти доли вы в любой момент можете продать на нашей бирже, ну, либо оставить себе, то есть как хотите. Я вижу, что желающих продать доли рекламной площадки практически нет никого. Либо продают, но продают очень дорого. Итак, давайте еще раз повторим схему. Вы приходите в клуб, оплачиваете членский взнос, мы за вас создаем вам бизнес, который приносит прибыль. Прибыль от этого бизнеса распределяется среди вас на доли. Сразу скажу, на бизнес-проекты может уходить от одной до нескольких недель. То есть, если
мы начали что-то создавать, какой-то проект, вы не думаете, что мы его нарисуем на бумаге и скажем, вот мы запустили, и эта прибыль уже с завтрашнего дня будет выплачиваться. Так не произойдет. Мы создаем реальные бизнес-проекты, на которые нужно потратить какое-то время. Да? На какие-то уходят там, 2 недели, на какие-то 3, на некоторые может уйти несколько месяцев. И сразу возникает вопрос, это что же мне надо платить ежемесячно эти абонентскую плату? Конечно же нет. Вы можете не платить каждый месяц абонентскую плату. Но оплатив один раз, вы уже получаете в любом случае от того проекта, который будет реализован первым, свои доли. Если вы на следующий месяц не платите, ничего страшного, ваши доли, они остаются. И как только проект начинает приносить прибыль, вы тут же получаете эту прибыль на свой внутренний счет. С этого внутреннего счета на нем будет очень-очень много чего завязано. Я позже расскажу. Вот. На втором этапе, когда проект приносит прибыль, мы ее делим. 49% остается у членов клуба, 51% уходит в наш клуб на дальнейшее развитие. И я расскажу, как вы сможете зарабатывать еще больше денег. Из чего? Итак, представьте, что вы каждый месяц платите просто членский взнос. Мы каждый месяц создаем по одному источнику дохода для вас. Эти источники дохода, если мы будем суммировать, да, соответственно, прибыль с этих источников дохода будет окупать ваше вложение в клуб, то есть окупать членский билет, так скажем. Я думаю, вы понимаете эту модель. Кто понимает, поставьте десяточки. То есть мы за вас ежемесячно создаем источники дохода. Все, я думаю, вы поняли. Это очень круто, потому что если вы сами этого не можете сделать, да, то это можно сделать сообществом, да, то есть любой крупный проект, который бы мы бы не захотели реально, да, то есть нас же много, скинулись по 500 рублей, купили себе там Marina Bay или еще что-то, то есть купили корабль, то есть нет никаких ограничений практически, да, то есть рамок у нас нет горизонта. Мы можем выдумывать и брать лучшее, что есть в интернете, и реализовывать это на своей площадке. И у нас единый счет, с которого мы производим и оплаты, и покупки, и так далее. Вот. Круто, что вы все понимаете, и переходим дальше. То есть, если вы оплачиваете ежемесячную абонентскую плату, то будьте уверены, да, то, что ваши деньги, они никуда не деваются, они уходят на создание проектов. Вот. В этом месяце создали мы 2 проекта, очень круто, вы получили долю 2 проектов. Создали мы на следующий месяц большой проект, крупный, да, вы получили от него долю. Потому что на каждый проект нужны все-таки средства, ребят. Мы не можем создать там проект на 10 тысяч рублей сейчас, допустим, да, он стоит 50. То есть пока мы не наберем там какую-то часть этих средств, потому что в клубе у нас все равно есть деньги, мы не сможем его закончить, реализовать, потому что надо платить и программистам, и другим людям, и дизайнерам, и так далее, и так далее, и так далее. Да, то есть какие-то финансовые все равно затраты. Поэтому все не так быстро, как бы хотелось нам, да, то есть не так, как в хайпах, да, вам говорят, вот, вкладываешь 100 баксов и получаешь 3% в день. Потом, оп, 2 месяца проходит, ищешь следующий хайп, бежишь, набираешь опять там еще туда 100 долларов вкладываешь или 1000, быстренько получаешь проценты, бежишь до следующего. Такого у нас не будет. Мы хотим реально организовать такое сообщество, которое будет не то, что соперничать с кем-то, да, мы просто будем поглощать то, что нам нужно. Мы будем такие сервисы делать, которые нам нужны для сообщества. Пойдем дальше. А кто компенсирует убытки от неприбыльных проектов? Ребят, все, что вы можете потерять, максимум, да, это 500 или 3000 рублей. Это максимум, что вы можете потерять. И то вы это не теряете, потому что вы за эти деньги получаете те сервисы, курсы и так далее, что мы уже создали в сообществе. То есть мы создаем постоянно какие-то вещи, которые у нас в клубе, они достаются вам за членские взносы. Да? То есть вы заходите в клуб, вы проходите какое-то обучение крутое, да, и так далее. Вы пользуетесь скриптами, которые стоят денег, реальных денег. Да? То есть мы создаем для себя то, что нам нужно, и вы этим можете пользоваться. Если что-то не получается, да, какой-то бизнес, мы перекрываем это другими бизнесами. Я объясню, как сейчас, да, то есть вы не спешите с вопросами, такими, потому что я сейчас вам объясню саму суть вообще проекта и почему здесь будет зарабатывать абсолютно каждый человек, придя хоть через год, хоть через 2 года, хоть через 3, хотя не факт на самом деле. Итак, у нас есть 3 тарифа. Тариф Light, тариф Pro и тариф VIP. Это 500 рублей, 1500 рублей, 3000 рублей в месяц. С каждого тарифа вы получаете определенное количество долей, да, то есть 34% от любой оплаты уходит на создание проекта. Все остальное мы распределяем по партнерской программе, по 10 уровням. И с пакета Light вы получаете 170 долей, с
пакета Pro вы получаете 510 долей, и с пакета VIP вы получаете 1020 долей. Ребят, кто здесь уже есть, те люди, которые получили свои доли рекламной площадки, и поделитесь, сколько вы получили от этого денег уже от рекламной площадки. Реально просто. От рекламной площадки, не от партнерской программы. Я уже 600 рублей получил. 600. Ты почти 1000 уже получил при распределении. А, 1000, да? Да. Я просто уже не слежу, мне там много платежей. Вот Елена, например, получила уже больше 1000. Это именно те деньги, которые мы получили, Елена получила именно от бизнеса. Я так понял, да, Елена? То есть я публикую постоянно видеоотчеты о том, как работает наша, то есть сколько мы заработали с рекламы, и, соответственно, мы эти деньги сразу делим на тех людей, которые имеют долю этого проекта на данный момент. Вот. Я думаю, это понятно. Спасибо, кто дал обратную связь. Идем с вами дальше. И что хотелось бы сказать, то есть как мы возвращаем вам часть средств, которые мы затратили на создание проекта уже на первом этапе. Вот смотрите, когда что-то создается, да, не все уверены в том, что это вообще будет работать. Даже 2 месяца назад все говорили, что идея какая-то не очень, не то что все, вот, ну кто-то вот мне говорил, то есть некоторые люди, которые говорят, ну это же может загнуться, то есть ну кому это надо и так далее. На самом деле идея очень крутая, и она не загнулась, она пошла дальше, и все, работает как надо, и добавляется. И даже еще стало лучше, чем была на самом деле эта идея. Я рассказывал то, что мы делим всю прибыль на 2 части. 49% всегда остается у членов клуба, 51% всегда остается в клубе. Как делятся эти деньги? Представьте, что у рекламной площадки нашей 50 тысяч долей в проекте вообще. Их всего 50 тысяч, и больше они не печатаются, не выпускаются, никаким образом не издаются. Среди партнеров, то есть, если 49% взять, мы распределяем всего 24 тысячи долей этой рекламной площадки. И на первом этапе от этих 24 тысяч долей мы распределяем всего 34%. Это когда проект только создается. То есть у нас еще в запасе остается 15% долей. Что происходит? То есть мы запустили проект, распределили первую прибыль с этого проекта. Да? То есть проект заработал, мы видим то, что проект приносит прибыль. Мы смотрим примерный доход этого проекта, который он нам может принести там в ближайшем будущем. И исходя из этого дохода, мы делаем цену вот на эти 15% долей, которые остались, мы их просто продаем по той цене, по которой считаем нужным. Ну, это, в принципе, в 2-3 раза дороже, может быть, в 4 раза дороже, в зависимости от того, сколько на проект было потрачено денег и сколько он приносит денег. За 15 минут, буквально даже за 5 минут, у нас разобрали все доли рекламной площадки. Представляете, да? И что получилось? То есть мы получили от продажи 15% долей больше денег от того, что люди вложили вообще в этот бизнес. Что происходит на этом этапе? Мы эти 15% долей после продажи делим пополам. И также 49% уходит тем людям, кто участвовал на первом этапе создания рекламной площадки. То есть, по сути, вы возвращаете свои первоначальные инвестиции за счет того, что мы делаем экспансию долей этого проекта. Дальше все начинает работать по той же самой схеме. То есть 49% долей остаются уже в клубе, проект закончен, можно так считать, да, и он начинает приносить прибыль. Вы можете эти доли сами уже продавать по какой хотите цене на бирже проектов, либо просто получать на эти доли прибыль, которая распределяется от рекламной площадки, либо от какого-то другого проекта. Что происходит у нас с остальными 51%, да, который остается в клубе? Вот это самое интересное. Давайте пойдем дальше. У нас на вебинаре 300 человек, да, в следующий раз будет расширим до 500, все понятно. Ну ладно, кто-то будет смотреть просто все это в записи. Вот небольшая схема, как это происходит, да, то есть как развивается проект, как стоимость доли, да, то есть на начальном этапе она стоит 1 рубль, то есть от 500 рублей 34% это 34 рубля, на втором этапе эти 34 рубля, ой, точнее 15% этих долей превращается уже в 45 рублей, они делятся напополам, ну, к примеру, да, то есть маленькими цифрами, чтобы вам не заморачивать голову. И на третьем этапе, когда мы уже все реализовали полностью проект, распределили все доли, распродали 15%, эти доли можно будет купить только на бирже проектов. В 6 раз дороже, в 100 раз дороже. Сейчас у нас доли продаются в 1000 раз дороже,
чем как бы они стоили на начальном этапе. Кто-то покупает, кстати, ребят. Но все может быть, да, потому что кто-то верит в проект наш, я в него сам верю. И я точно знаю, то, что реклама на нашем сайте будет приносить очень крупные деньги. И на самом деле, кто не успел получить долю первой нашей рекламной площадки, вы не бойтесь, потому что все, практически все проекты в интернете, они живут за счет рекламы. За счет того, что люди покупают на них рекламу. Вот, это самый большой как бы секрет, который я вам хотел рассказать, если вы не понимали, да, потому что, о, я не успел там купить долю рекламной площадки. Вы везде успели, на самом деле, потому что каждый проект, он монетизируется в том числе и за счет рекламы. Идем с вами дальше. К апофеозу, так скажем, подходим все ближе и ближе, потому что многого вы еще на самом деле не понимаете. Есть у нас еще 10-уровневая партнерская программа, по ней оплачивается пока что сейчас, да, только вы получаете за оплату статусов, за оплату членских взносов теми людьми, которых вы приглашаете в клуб. В ближайшем времени будет подключена также оплата по партнерской программе за привлечение рекламодателей, ну и всех остальных клиентов, которые будут пользоваться нашими услугами, там, хостингом, рассылкой, ну и многими-многими другими сервисами, которыми мы с вами будем создавать. С первого уровня вы получаете 20%, со второго, третьего, четвертого по 10%, с пятого, шестого по 5%, с седьмого, восьмого по 2% и с девятого, десятого по 1%. Вот такая вот небольшая арифметика. Давайте перейдем ближе к деньгам, а не к процентам. И что вы получите, если люди будут оплачивать тариф Light, то есть ваши партнеры будут оплачивать тариф Light. А как вы думаете, почему они его будут оплачивать? Да потому что они за эти деньги получают не только сервисы, которые мы с вами создали, но еще и пассивные источники дохода, которые мы постоянно создаем. Вот. И не только это. Итак, если вы приглашаете 5 человек, и ваши партнеры делают то же самое на пакет Light, смотрите, что произойдет. На первом уровне вы получаете 500 рублей с 5 человек, да, то есть по 20% это будет по 100 рублей с человека с пакета Light. На втором уровне вы получаете 1250 рублей. На третьем 6250, на четвертом 31250, на пятом 78 125 рублей. На шестом уровне вы уже зарабатываете 390 625 рублей. На седьмом 756 250 рублей, на десятом 3 831 250, на девятом 9 578 125 рублей, и на десятом уровне, ой, я даже, мне сложно подсчитать, 47 890 625 рублей. Это всего 1% с тех людей, которые будут у вас на десятом уровне. На десятом уровне должно у вас получиться примерно 9 миллионов человек. Это, в принципе, небольшая такая социальная сеть. Да? То есть 9 миллионов человек – это не так много, и, в принципе, мы это все осилим с вами. А что получается в итоге? Да? То есть в итоге со всех этих уровней, если люди оплачивают пакет Light, вы получаете 62 564 250 рублей ежемесячно. Потому что, я думаю, каждый хочет получать доли от проектов, каждый хочет получать прибыль, и за счет этой прибыли оплачивать свой статус, тот же самый Light. Можно тут зарабатывать деньги будет и так далее. То есть очень крутая модель, то есть здесь выигрывают абсолютно все. Вы можете с нуля прийти сюда, начать зарабатывать деньги, потом уже с заработанных денег платить тариф Light. То есть у нас все как бы работает, все просто. Пришел, нет денег, заработал деньги. Начал участвовать, создают для тебя бизнес. В принципе все. То есть вин-вин-вин, как говорится. Переходим дальше. А представьте, что это будет не тариф Light, а тариф Pro или VIP. На VIP просто вот эту сумму вы умножаете в 6 раз. Итак, распределение 20% прибыли клуба на OfferCoin. Вот к чему я хотел подойти. Я недаром вам рассказал об OfferCoin. Наверное, все из вас знают, что такое биткоин. Знаете, что такое биткоин? Поставьте десяточки. Вот, все знают, что такое. Чем он подкреплен, знаете? Мощностями компьютеров. Да, то есть компьютеры высчитывают какой-то там код, вот, и они его генерируют, получается, этот код, и получается биткоин. Чем сложнее, ну, его генерировать, тем как бы меньше биткоинов остается. Их там сколько-то подсчитали, я не помню, сколько должно быть. Но биткоин, стоимость биткоина доходила там до 1000 долларов, по-моему, за один биткоин. А на начальном этапе он стоил несколько центов.
Так чем же будет подкреплен наш OfferCoin? То есть это, по сути, та же самая криптовалюта, которая подкреплена всеми бизнесами, которые мы с вами создаем на нашей площадке и привязываем его. У нас единый счет на все проекты. То есть вам не нужно думать, да, то есть если вы захотели купить какой-то продукт в нашем магазине, у вас есть уже заработанные деньги. Вы можете их переслать внутри нашей системы кому угодно, можете купить на эти деньги что угодно, то есть в любом нашем сервисе, если какой-то продукт вам понравился, дополнительно вы можете его купить. Можете купить продукты тех людей, которые их загружают в магазин. Ну и многое-многое другое. Вот этот OfferCoin, он подкреплен всеми бизнесами, которые мы с вами создаем. И на этот OfferCoin, на все OfferCoin'ы, которые у нас раздаются, сейчас пока что бесплатно, начисляется 20% прибыли клуба от всех проектов, которые мы когда-либо создадим. Понимаете, да? По сути, это одна доля клуба нашего. За что вы этот OfferCoin получаете? Сейчас вы этот OfferCoin получаете за вашу регистрацию абсолютно бесплатно. И также вы этот OfferCoin получаете за то, что помогаете клубу развиваться. То есть вы приглашаете сюда рекламодателей, приглашайте сюда партнеров, приглашайте тех людей, которые просто хотят зарабатывать деньги и строить с нами источники дохода. За счет того, что мы привлекаем все больше и больше людей в наше сообщество, неважно на какой статус, платно, бесплатно, просто мы привлекаем, потому что трафик на любой проект абсолютно, то есть возьмите, я не знаю, какую-нибудь там площадку по объявлению, да, то есть есть доски объявлений. Если бы там не было трафика, доска бы объявлений не зарабатывала. То есть там же вы бесплатно, по сути, размещаете объявления, но для того, чтобы вам быть в топе, да, когда там уже трафик большой, чтобы ваше объявление показывалось выше всех, вам надо платить за это. Вот. А за счет чего это происходит? За счет трафика. И за счет нашего сообщества мы и создаем этот трафик на все наши проекты. То есть какой бы проект мы ни создали, у нас уже есть пользователи, которые этим пользуются. В принципе, все. Вот. Ну и представьте, что наш проект, допустим, у вас уже есть OfferCoin, но вы пришли, допустим, через полгода, да, у нас уже созданы проекты. Вот со всех проектов, которые мы уже создали, реальная прибыль не от людей, которых мы привели сюда, да, которые проплатили партнерскую программу, а реальная прибыль от проектов, которые мы получили, она распределяется вот на эти OfferCoin. И даже если вы не участвовали там 2 месяца назад в создании какого-то бизнеса, часть денег, точнее 20% от прибыли того бизнеса, она распределяется на OfferCoin. И за счет этого мы все остаемся с вами в выигрыше. И мы можем развивать сообщество, то есть не боясь того, что а вот этот проект я буду развивать, а вот этот нет. Вы просто развиваете клуб, и вы получаете деньги со всех проектов, которые когда-либо создавались, на вот эти OfferCoin. Не хотите, не развивайте. То есть это дело ваше. Не хотите, не делайте вообще ничего. Можете просто заходить на наши вебинары, там, не знаю, какие-то мероприятия, и просто смотреть и наблюдать, как это все будет развиваться. Потому что неважно, кто сейчас из вас что подумал о нашем клубе, неважно, кто чего сказал, клуб будет развиваться, он будет создавать бизнесы, и в принципе на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. И я на них отвечу. Нет, ребят, у меня сейчас есть уже напарник, вот как раз Кирилл, которого я хотел познакомить с вами, да, потому что я не смогу сейчас все время уже проводить вебинары, очень много появляется работы над проектами прежде всего, и мы расширяем сейчас нашу команду не только программистов, да, но и тех людей, которые просто уже являются не только членами клуба, они начинают развивать с нами проекты. Вы можете свои проекты в ближайшем будущем развивать на нашей площадке, да, то есть на бирже проектов, на той же самой. Вы выставляете свою идею, если людям она нравится, они просто покупают в ней доли, ну как, скидываются вам на проект, вы его реализуете через наши же силы, то есть за счет наших программистов и так далее. И, в принципе, все это уже имеет аудиторию, представьте. Что хотел сказать, да, то есть все люди, кто у нас сейчас есть в клубе, вот, допустим, VIP-ы, получает очень хорошие плюшки, то есть вы получаете бесплатную рекламу, по сути, публикуя статью, да, то есть у нас есть такая штука, опубликовать статью. Когда вы публикуете статью, вы появляетесь на первой странице, то есть все статьи наши, они видны в кабинетах, вы можете за счет этого бесплатно прорекламировать какой-то свой сайт. Ребят, кстати, кто пользовался нашей рекламной площадкой и получил результаты от этой рекламы? Мне очень интересно, потому что я лично я получил, я потратил там несколько сотен рублей, получил уже там несколько тысяч. С этого. Так, ладно, я пока на вопросы отвечу. И мне, кстати, еще Женя Вергус тоже писал вопросы. Я сейчас зайду в скайп.
заодно и эти вопросы тоже задиктую сегодня. Наверное, я с них и начну. Так. Сейчас, ребят, секунду, я прям, потому что Женя обещал ответить на эти вопросы. Вот они, эти вопросы. Итак, первое, что за клуб, какие возможности он представляет? Я думаю, в принципе, вы поняли, что это за клуб. Ну, просто клуб, который создает источники дохода. Ваше участие в нем как бы зависит от вас. Хотите участвовать, хотите не участвовать, то есть это дело ваше. Мы никого сюда не приглашаем, там, не зовем, чтобы прям за уши не тянем. Да? То есть мы, в принципе, развиваемся очень хорошо, и что о нас подумают другие, нам все равно абсолютно. Вот мы не хайп, это точно, потому что у нас есть бизнесы, которые мы создаем, и есть у нас идея, да, то есть чтобы все мы с вами были счастливы и зарабатывали деньги. Ну, кто-то хочет денег, кто-то хочет другое получить. У меня, в принципе, уже все это давно есть, я путешествую, мне хотелось сделать, например, какой-то проект реализовать. Я вот сейчас реализую этот клуб. И есть единомышленники, которые также в этом направлении двигаются. Вот Артем Плешков, вот Женя присоединился, там и другие. Второе, на какую аудиторию он рассчитан? В принципе, у нас на данный момент, да, аудитория тех людей, которые хотят создать источники дохода. В ближайшее время, когда мы будем создавать какие-то другие бизнес-проекты, ну, в принципе, мы все пользуемся теми сервисами, которыми я пользуюсь. Да? То есть мы заказываем авиабилеты, заказываем. Мы заказываем себе, бронируем жилье, бронируем. Почему бы нам не создавать такие проекты? Не обязательно создавать только проекты для бизнеса, для развития там чего-то. Я, в принципе, даже ну, на этом и не хотел останавливаться. Да? То есть сейчас мы создаем инструменты изначально, да, то есть создаем саму структуру, нашу вот сеть, которая вот, она начинает работать, то есть клуб. Вы приходите сюда, у вас есть какие-то инструменты, у вас есть какие-то занятия, вы можете что-то делать. Да? А дальше мы начинаем просто развиваться, когда у нас появляются оборотные средства. Пока у нас оборотных средств нету, чтобы купить там остров себе, да, и построить на нем отель, мы развиваемся в интернете, потому что интернет-проекты, на самом деле, они реализуются достаточно быстро, они требуют меньше вложений и дают, как правило, больше отдачи. Понятно, что когда мы создадим много интернет-проектов, то кто-то должен управлять, да, и это тоже вопрос времени, то есть мы будем подбирать и персонал, и так далее, и так далее. Вот, давайте следующий, третий вопрос. Что нужно для того, чтобы зарабатывать на нем? Ну, прежде всего, ваше желание, да, то есть надо немножко поменять настройки в голове, да, то есть представить, что реально есть возможность на начальном этапе проекта, который реально скоро, я не знаю, там будет он греметь в интернете, но это очень реальная возможность начать создавать источники дохода с маленькими вложениями. То есть наша команда уже это делает, ребят, понимаете, мы уже это делаем. Мы не, вам не обещаем что-то делать, мы уже это делаем, уже что-то сделали, да, и уже люди получают от этого прибыль. Все. То есть я думаю, этот вопрос закрыт. Четвертое. Нужно ли иметь какие-то свои продукты или можно участвовать в нем с нуля? Можно ничего вообще не иметь, можете приходить с нуля, то есть как инвестор, если у вас есть там от 500 до 3000 рублей, которые вы готовы вкладывать в клуб, да, и получать за это доли проектов, которые мы создаем, то все, никаких вопросов. Вы можете участвовать как инвестор. Если вы хотите зарабатывать больше денег, развивайте наши партнерские программы. Саму партнерскую программу клуба, да, но к ней уже привязано все остальное, что вы как бы развиваете, да. То есть, если люди под вами будут покупать какие-то продукты там или еще что-то, пользоваться сервисами, вы также будете с этого зарабатывать деньги. Я думаю, это понятно. Какой доход будет гарантирован участникам клуба при различных ситуациях? Доход мы никакой не гарантируем, ребят, это надо сразу понимать. Мы не гарантируем какой-то определенный процент прибыли в месяц. Он может быть абсолютно разным и непредсказуемым. Мы предполагали, что нам рекламная площадка до Нового года только, да, к Новому году начнет приносить 1000 рублей в день, да, от рекламы. То есть мы выйдем на 30 тысяч в месяц, соответственно, мы окупим там в 3 раза вложение в эту рекламную площадку и так далее. У нас произошло все очень быстро. То есть мы, площадка работает с 8 числа, можно так сказать, прошлого месяца, да, даже позже, по сути, она запустилась. И вот менее чем за месяц она нам уже приносит, вот, ну, если такие темпы продолжатся, то 90 тысяч в месяц, понимаете, да. И я не могу предположить, какой проект сколько будет денег приносить на начальном этапе. Я уже говорил то, что на начальном этапе вы все равно получаете часть своих денег обратно, когда мы допродаем долю. Вот и все. Эти доли у вас не сгорают, никуда они не деваются, пока вы сами не захотите от них избавиться и продать на нашей бирже.
То есть если вы дальше потом не будете даже членские взносы свои оплачивать, у вас всегда есть доли, на которые вы получаете деньги. Все. Шестое. Если человек зарегистрировался в проекте, но не стал оплачивать какой-то тариф, сколько он будет зарабатывать на партнерке проекта? Столько же, сколько и все остальные. То есть если у вас нет денег на оплату членства, вы можете зарабатывать на партнерке проекта столько денег, сколько вам нужно, то есть привлекая клиентов. Но единственное, для того, чтобы у нас партнерка развивалась дальше, что мы сделали? То есть если вы заработали у нас в клубе деньги, вы должны, чтобы их вывести, вступить на минимальный тариф 500 рублей. То есть вы оплачиваете 500 рублей, вам автоматически ваша часть денег уходит на создание источника дохода, и всю остальную сумму вы можете выводить. Хотите, можете VIP-статус себе сразу купить, это дело ваше. Ну и про максимальный тариф, вот я то же самое сказал. То есть на максимальном тарифе максимально плюшку вы просто получаете, у вас максимум есть возможности, да, прорекламировать себя, допустим, бесплатно, участвовать в каких-то других там мероприятиях и так далее. Так, если у человека нет базы, ни блога, ни продукта, ни опыта привлечения рефералов, как он может зарабатывать в проекте? Ребят, опять же, то есть как можно? Вы просто выступаете в роли инвестора, вкладываете деньги, обучаетесь, то есть скачиваете обучающие материалы, которые доступны в клубе, их все будет больше и больше и больше. Да, сейчас их не так много, но в ближайшее время сейчас мы сайт настроим, мы наполним кабинеты и обучающими материалами, и всем остальным, что нам нужно. Просто изучаете курсы, к тому же у нас присутствует здесь гуру интернет-маркетинга, которые зарабатывают десятки тысяч рублей ежедневно, да, и я думаю, никто не откажется вас здесь также чему-то научить. В конце концов, мы можем заплатить просто за это деньги какому-то человеку, который знающий, да, как зарабатывать на партнерских программах, допустим. Этот человек проведет для нас платный вебинар с очень ценной информацией, даст какие-то классные подарки. Вот и все. Если человек начинающий или опытный бизнесмен создает свои продукты и продвигает какие-то проекты и услуги, то какие возможности он может получить в клубе? Вот смотрите, ребят, если вы продвигаете какие-то свои продукты в клубе, сейчас мы разрабатываем какую систему еще, да, то есть проведение вебинаров, мы хотим создать свою собственную систему вебинаров, и у вас будет в кабинете возможность писать, когда у вас будет вебинар, он появляется в общей ленте, скажем, новостей, все люди знают, что у вас будет проходить такой-то вебинар. То есть за счет проекта вы, по сути, привлекаете себе дополнительный трафик. Плюсом у нас будет устраиваться, ну, как бы, как соревнование, да, то есть кто больше трафика пригоняет на проект, то есть от кого идет больше всего трафика, тот человек появляется на первой странице. Сейчас у нас есть вот несколько топ-юзеров, то есть те люди, которые привлекли больше всех партнеров, появляются на первой странице основного сайта. На основную страницу сайта идет основной трафик, вы понимаете, да? Соответственно, эти люди получают больше внимания к своим продуктам и так далее. Ну и второй способ, то есть вы можете всегда использовать нашу рекламную площадку и продавать здесь свои продукты. Рассылка будет, все у нас здесь будет, то есть не волнуйтесь, эти сервисы просто создаются, мы не можем за 2 дня создать все, что вы хотите. Это надо понимать. Если вы верите в проект, присоединяйтесь, не верите, ждите, пока все это появится. И потом купите просто долю этих проектов, ну, чуть подороже. И все. Никаких проблем я не вижу. Какие результаты от участия в клубе на сегодняшний день есть у тебя лично? Сколько ты уже стоишь в нем, сколько партнеров привлек, сколько заработал на них? Ну, это, Жень, скорее всего, был вопрос к тебе, потому что я в клубе состою с самого начала, как его начал создавать. Вот. Сколько партнеров я привлек, я не знаю. У меня меньше, чем ты привлек на самом деле. Вот, поэтому, я думаю, на эти вопросы я ответил. Так, ребят, я перехожу в следующую, то есть теперь в комнату. Так, и здесь что у нас здесь идет? Давайте я пролистаю. Начало. Кирилл, я смотрю, мне помогал. Спасибо, Кирилл. Так. Каждый месяц можно менять тариф. Можно сразу 3 тарифа оплатить, вы получите доли по всем тарифам. Ну, просто как бы вот так вот можно даже сделать сейчас. Да? То есть задавали нам вопрос по оплате тарифов. То есть сначала 500 рублей оплатить, а потом как сделать апгрейд. Апгрейда у нас нет. Вы оплатили, ваша часть денег уже распределилась по партнерской программе, и часть денег ушла уже на создание проекта. Вот. Хотите, вы можете еще там докупить себе просто тариф PRO, да, то есть, опять же, вы получите доли проекта по 1 рублю, то есть стоимость их будет на начальном этапе, пока он еще создается, и вы просто получите больше долей того проекта, который мы создаем на начальном этапе. Вот и все. Так.
Скажите, если для начала вложить 500 рублей, можно ли потом 3 или надо будет постоянно 500? Нет, ребят, вы, у нас полная свобода действий, нет рамок. Вы вот уберите вот эти вот все рамки, да, у нас нет горизонтов вообще ни в чем. То есть, если вы хотите, вы можете 500 рублей платить каждый месяц. Хотите, вы можете прям тут же сделать себе апгрейд. Просто эти деньги, они никуда не денутся от вас. Они, да, часть этих денег распределяется по партнерской программе для быстрого заработка. Часть уходит на создание проекта, еще раз говорю, да, то есть на доли проекта. Они у нас в базе всегда отображаются, и как только проект запускается, мы распределяем доли этого проекта. Сегодня, к сожалению, мы не смогли распределить доли нашей биржи, да, потому что ну, у нас были работы по сайту, мы переносили все на серваки. Вот. А ближайшие дни, то есть, возможно, завтра, те люди, которые участвовали там после 22 числа, получат уже доли тех проектов, которые мы сделали. Мы переходим к реализации следующих проектов. Так будет постоянно, и проекты будут все мощнее и мощнее. Так, дальше. Запись вебинара будет? Будет. 40 минут у нас вебинар прошел, да, будет вебинар. Так, а где запись посмотреть? Запись можете посмотреть на нашем канале. Раньше реклама стоила 1 рубль, теперь 100, да. Вот в 100 раз у нас увеличилась стоимость рекламы, увеличились еще рекламные площадки, то есть у нас тизерная сеть еще появилась. Вдобавок. Все это потом, в ближайшее время. Время, да? Она будет привязана к внутреннему счету. Сейчас, к сожалению, мы не можем это сделать, да, реализовать пока что. И поэтому оплата рекламы у нас идет с внешних источников, то есть там Яндекс.Деньги там, и так далее, с карточки можно оплатить. Вот. А все остальное, как бы, да, то есть оплату членского взноса можно оплатить MasterCard, визой, Яндекс.Деньгами, там, ну и другими валютами, какими хотите. Вот, либо, кстати, можете просто, если у кого-то есть деньги на аккаунте, вы можете человеку перекинуть внутри системы деньги, да, спокойно перекидываются, вам человек сразу переведет на кошелек, там, на WebMoney или еще куда-то, да, чтобы не платить проценты платежной системе. Потому что платежная система берет, по-моему, около 6%. Вот. Мы, конечно, снизили этот процент, потому что сейчас пополам делится процент между клубом, ну, кассой, да, клуба и вами лично, да, то есть мы с вами делим вот этот вот процент платежной системы. Надежда, я вот ответил уже на этот вопрос, то есть если у вас не будет партнеров, вы сможете заработать. Причем тут такие даже люди уже есть, у кого нет партнеров, но уже заработали деньги. Ребят, если есть такие, пожалуйста, ответьте. То есть у кого нет оплаченных партнеров, но вы уже получили деньги с рекламной площадки хотя бы. Хотя больше и получать пока не с чего было. Если есть такие, поставьте плюсики или там сколько денег вы получили, допустим. Ну вот у меня не было этих партнеров, я бы заработал уже 1000 рублей. Угу. Так. Ладно, я пролистываю вниз. Евгений Вергус, благодарен за такое приглашение в проект Евгений. Так, все, Женя, тебе благодарности сыпятся. Так. Да, ребят, это реально вот мы создаем то, чего нет нигде абсолютно. То есть мы реально вот создаем такое сообщество, которое создает для себя источники дохода, сообща. То есть поодиночке мы уже сейчас практически в интернете очень сложно выжить даже. Да? Даже инфобизнесмены это прекрасно понимают, что продать свой инфопродукт надо обязательно запартнериться с кем-то. Да, то есть не запартнеришься, ну, сложно продвигать что-либо, да, потому что сейчас идет информационный шум, очень много всякой информации, и реально единицы зарабатывают хорошие деньги. Все остальные, ну, остаются как бы не то, что ни с чем, да, ну, зарабатывают, но не так много. Так, давайте дальше перейдем. Тут уже ссылки накидали. Вот, Герман получил 1200 долей. Герман, а сколько ты получил рублей на эти 1200 долей? Ребят, вы сначала пополняете счет, да, то есть вот кто сейчас задал вопрос, я пополнил счет на 500 рублей. Пополняете счет, то есть у нас внутренний счет, он служит не только для оплаты наших статусов, да, но и для покупки. У нас есть интернет-магазин, в котором загружены товары наших партнеров, там вы можете свои загрузить, да, то есть для покупки этих товаров. Смотрите, какая фишка, да, то есть когда мы в интернете что-то покупаем, в интернете, да, нам надо вводить номер карты, там, всего остального, там, ну, может быть, Яндекс.Денег, там, то есть куда-то переходить, оплачивать.
Мы сейчас создаем вот этот интернет-магазин, и не только интернет-магазин, да, то есть другие сервисы. Когда вам не надо никакую карту вводить, уже у вас на внутреннем счете есть деньги. То есть вам туда приходят деньги с тех бизнесов, которые мы создали, вы их, возможно, сами зарабатываете еще по партнерской программе, и вы просто нажатием одной кнопки, вы сразу покупаете то, что вам надо, без лишних каких-то телодвижений. И это очень классный маркетинговый ход на самом деле. Да? То есть покупок будет намного больше, нежели когда человек ходит, там это надо карточку, это вот что-то там у меня не проходит и так далее. Да? То есть, ну, сами знаете, да, как это бывает в интернете. Так, Татьяна, расскажите, Евгений, расскажите про использование Ютуба для продвижения проекта. Так, сейчас, Татьяна, секунду, рекламные материалы. Да, рекламных материалов практически нет еще, да, мы разрабатываем сейчас страницы захвата, нам делают инфоролик, то есть информационный ролик и лендинг-пейджи. Ребят, тоже мы не многоруки, у нас сейчас работает всего один Игорь как программист, да, еще несколько ребят. Мы постоянно ищем персонал, чтобы согласился с нами в команде работать и помогать. Вот сегодня там еще ребята обратились, то есть мы постоянно расширяемся. И по мере возможностей, да, мы создаем то, что нужно. Вот. По поводу оферкоинов. Оферкоины постоянно у вас остаются. Это такая же единица, которая от вас никуда не денется. Вот и все. YouTube. Наверное, все-таки это не тема этого вебинара, да, про YouTube. То есть там очень много способов монетизации его, точнее продвижения проекта. Самый простой способ – делиться своими результатами. То есть, если вы никого не привлекли даже ничего, да, ничего страшного, вы получили доли проекта, ну, допустим, не сегодня, так там, через несколько недель, там, через 2-3 недели, получили на них первую прибыль. Поделитесь просто с людьми, то, что вот, смотрите, у нас там в клубе там проходят там такие-то вебинары, вот я получил первую прибыль там от такого-то проекта, покажите реальный проект, да, который существует, вот там, допустим, тот-то, да, вот мне пришло начисление по этой площадке, все. Это все, что вам нужно делать. Вам не надо там кого-то спамить, не дай бог. Это очень плохо, ребят. Достаточно просто вот, ну, как бы, сейчас сарафанное радио, оно все равно полетит. А дальше, так. Так, Роман. Хорошо, Роман, мы исполним вашу просьбу, но уже одна как бы просьба исполнена. Вам достаточно показать мое видео, какие я получил доходы от того, что я выставил рекламу на нашем сайте. То есть это хотя бы для рекламодателей будет уже интересно. Приглашайте рекламодателей, и даже если вы не имеете сейчас доли рекламной площадки, не забывайте, что у вас есть оферкоины. И на эти деньги вы будете, ой, то есть на оферкоины вы будете получать 20% от рекламной площадки, которая сейчас работает, ну и так далее. То есть про это не надо забывать. Сейчас вы реально получаете акции клуба, по сути. Бесплатно пока что. Когда прибыль на эти акции будет больше, чем вход, мы просто закроем их раздачу и все. Так, сейчас, Александр. Я понял, что количество долей проекта ограничено. Как вы гарантируете всем участникам, которые постоянно платят, и те, что только стали участниками в новом проекте, ведь это невозможно из-за ограничения долей самого проекта? Ребят, количество долей проекта ограничено. Но какого проекта? Рекламные площадки ограничены. Мы их запустили, все, 50 тысяч долей раздали. Следующий проект, то есть он стоит, допустим, уже 200 тысяч рублей, мы смотрим по ресурсам, сколько нужно туда денег вложить. Вы не забывайте, что каждая оплата ваша, да, от 500 рублей вы получаете 170 долей, это 170 рублей, по сути, да, которые идут на проект. Вот у вас, допустим, 100 человек заплатили нам по 500 рублей в клуб. По 170 рублей оттуда ушло только на создание проекта. 170 рублей умножить на 100, это 17 тысяч рублей, ребят, всего-навсего. То есть вот что мы можем создать на эти деньги. И из этого надо понимать, из этого надо исходить. Понятно, что у клуба еще есть деньги, которые у нас капают в предыдущих проектах, и мы уже запускаем проект заранее, да, то есть мы его уже начинаем создавать, потому что у нас уже есть деньги от предыдущего проекта, который мы запустили. И мы не ждем вас изначально, да, пока вы там все наберете денег. Мы уже его начинаем создавать, вы просто как бы подтягиваете к этому процессу. И все, вы просто в нем участвуете. Вам не надо о чем-то думать, да, что мы там будем делать, как мы будем делать. Вы можете предлагать просто свои идеи. А у нас есть уже команда, которая все это создает, мы ее постоянно будем набирать. Все. Вам не надо задумываться, там, как это будет происходить, там, нюансы какие-то. Вам дают автомобиль,
Вам достаточно за него сесть, нажать педаль, то есть знать, как ехать, как его заправлять. Все. Больше вам ничего не надо знать, как он там собирался, там, для чего там, вот этот винтик, для чего, вот этот шпунтик. Вот. Мы сами все это делаем. Вот как раз по поводу того, что это невозможно. Это как раз и возможно, потому что если у нас будет ограниченное количество долей какого-то проекта, то люди, те, кто в этом проекте участвовал, они будут уверены, что только у них есть доли этого проекта, 49%. Понятно, что 51% всегда у клуба, но из этого 51% мы отдаем как раз деньги на маркетинг, на вот эти вот оферкоины, и все. А те люди, которые имеют эти доли постоянно растут в цене, и их можно купить только на рынке, то есть, ну, на нашей бирже проекта. Вот и все. Я думаю, это понятно. Когда следующий вебинар? Ребят, сейчас вебинары будем проводить ежедневно, вот Кирилл мне будет в этом помогать, и, скорее всего, даже по нескольку раз в день. Повысить безопасность аккаунта? Да. Повысим. Ребят, сейчас мы перенесли все на сервера и повысим именно вот, ну, через телефоны, там, как через капчу. То есть все это будет сделано. А как вы узнаете, что человек пришел от меня? Ребят, у нас на вебинар выдается специальная реферальная ссылка в кабинете. Вы просто дописываете свой реферальный хвост, он приходит на вебинар, он уже за вами закреплен по кукам сайта, да, то есть он на куках завязано все это. Если кто знает, что такое куки. И все, когда он возвращается на сайт, он просто регистрируется, уже регистрируется по вашей ссылке. Евгений, как отслеживается честность построения структуры? Кто и как отслеживает перетаскивание людей? Никто никак не отслеживает, ребят. Я не собираюсь этим даже заниматься. Потому что здесь у нас не сетевая компания, и кто там кого будет перетаскивать, я не знаю, зачем это надо делать вообще. То есть, если вы сами по себе лидер, да, никто у вас никого не будет утаскивать. То есть, если вы своим партнерам можете что-то объяснить, рассказать, хотя у нас сейчас настраивается автоматическая серия писем, где человек просто приходит и сам понимает, что ему надо делать. Здесь от того, что человек придет к кому-то другому, никакого толку нету, по сути. Но пришел он там к другому человеку, да не к вам изначально. Какие бонусы он получает? Если только вот бонусы от автора чисто, да, там какие-то курсы там. То есть вы можете уже сами, это ваше дело, то есть это ваш маркетинг, вы можете что-то предлагать за свою регистрацию, обучение там и так далее. Надо понимать то, что лидеры, да, лидеры, почему лидерами становятся? Потому что они дают больше, чем дают те люди, которые не лидеры. Те, которые этим не занимаются, не занимаются обучением, не занимаются. То есть для того, чтобы вообще стать богатым человеком, ребят, надо просто делать добро для всех, не только для себя. То есть не думать о своем кошельке, а думать о том, чтобы вокруг тебя люди начали зарабатывать миллионы. Если ты научил людей зарабатывать миллионы, ты сам уже миллионер изначально. А если ты пытаешься сам просто заработать больше, чем зарабатывают другие, ничего не получится. Поэтому у новичков, ну, не выходит, как говорится, стать миллионером там первые несколько месяцев, пока они сами не понимают, что им нужно научить тех людей работать. Даже возьмем простой хостинг. То есть, если вы будете рекламировать хостинг, ну, человек придет на него, посмотрит, он не знает, что с ним делать, он, ну, найдет другого человека, у которого есть курс по хостингу, который его научил, как этим хостингом пользоваться, как на нем создавать сайт и как на этом сайте зарабатывать. Все, человек закрепляется на этом хостинге, платит ежемесячную абонентскую плату, человек за это получает деньги. То есть, быть лидером – это тоже работа, и очень серьезная – это работа с людьми. Вот, поэтому кто там кого-то будет перетаскивать, мне это вообще не нужно, мне это не интересно, у меня есть другие проблемы и вопросы. Точнее, проблем-то у меня нет, у меня есть другие дела, более важные, чем следить за перетаскиванием людей куда-то. А, так, по поводу, вот Роман Панченко, так, все пролетело, ребят, я немножко вернусь назад. Роман Панченко, понял, Иван, спасибо огромное за ответ. Ну, меня Евгений зовут, ну, кто-то мне Иваном, ладно, ничего страшного. Эти видео не пользуются доверием. Вы можете зарабатывать не от этого курса. Надежда Николаевна. Я не понял вас, Надежда, каким там такое видео не пользуется доверием. Доверять, не доверять – это личное дело каждого. Понимаете, кто-то вот доверяет там МММ и говорит, это самая крутая возможность, которая была у вас в жизни. Вот. И приглашали туда людей. Вы доверяли МММ когда-нибудь? Нет? Вот. Ну, мне вот люди, очень много людей меня туда приглашало, я туда не пошел, просто по своим ощущениям, потому что мне не нужны эти деньги, как бы, от того, что, ну, как бы люди их просто туда приносят. Так, какие планируете проекты, источники дохода? Макс, ну, какие? Я уже перечислил все проекты, которые мы
Не то, что все часть проектов, которые мы планируем. Проектов может быть огромная масса. Вот все зависит от скорости развития нашего сообщества, от оборотов. Да? То есть, если у нас обороты там несколько миллионов в день, мы можем хоть каждый день покупать все отели. Либо дома строить. Понимаете, то есть нету здесь крыши никакой, вообще абсолютно ни горизонта. Все зависит от сообщества. Представьте Facebook, там 1 миллиард человек. Представьте, у нас будет 1 миллиард, да, через какое-то время. Да даже если миллион хотя бы. Но мы можем все, что угодно себе позволить. Вообще абсолютно. Большая семья такая, да. Все зарабатывают, все получают то, что им нужно, и как бы нет никаких ограничений на что-либо. Так, какая рекламная площадка уже есть? Все доли выкуплены. Так, что-то я не знаю, Герман, я тебя немножко не понял. Роман Панч, вы добавьте, пожалуйста, WebMoney. С WebMoney разбираемся. Пока вот мы смогли карты добавить. Visa, MasterCard, то есть основные способы оплаты. Есть у нас сейчас Яндекс.Деньги, и будем работать над WebMoney, да, то есть добавить в ближайшее время, постараемся, чтобы это сделать, потому что часто системы очень долго там документацию проверяют и так далее, то есть это от меня уже практически не зависит. С каждого оплаченного месяца будет переводиться доля. Да, ребят, с каждого оплаченного месяца будет переводиться доля на новый проект, либо на тот, который создается. То есть, если проект крупный, допустим, у нас есть в задумках проект, который называется «Кибервиннерс». Это ставки на киберспортивные события. Есть такой миллионер или миллиардер Усманов, да, который инвестировал 100 миллионов долларов вот недавно на развитие киберспорта в России. Вот эта тема очень такая серьезная, и для того, чтобы запустить этот сервис, нам нужно 100 тысяч долларов минимум набрать, да, чтобы его запустить. Это причем большая часть этих денег уйдет только на рекламу этого сервиса, для того, чтобы нам скачать статистику и все остальное, понимаете, да? Плюс еще юридические вопросы, потому что запустить бизнес не так просто, как вы думаете. Это не то, что вам рисуют сейчас в проектах, да? Вот у нас там мы владеем автопарком, которого автопарка нет, там люди просто картинки этих машин там клепают в интернете, вот, а вы туда инвестируете, в эту картинку, которая вообще ее даже не существует абсолютно. Мы не так делаем вообще. У нас все по-настоящему, а не какая-то фигня. Поэтому на это требуется время. Так, как купить? Лайт, ребят, все остальное вам подскажут. То есть в кабинете все есть. Жень, извините, что перепутал имя. Почему-то хочется вас, Иван. Еще раз. Ну ладно, все, ничего страшного, Роман. Все, ребят, я ответил на все ваши вопросы. С завтрашнего дня будет проводить вебинар Кирилл, и мы вывесим уже полноценное расписание наших мероприятий. Если у вас остаются какие-то вопросы, всегда задавайте тем людям, которые вас пригласили сюда на это мероприятие. Если вам все понравилось, ставьте десяточки, и кто к нам в клуб вступает, ставьте соточки сразу, чтобы я понимал. Так, Евгений, есть общее, можно провести личные внутри команды? Можно провести, конечно, ребят, можно. Ну, смотря какая команда, там сколько, 2 человека, как бы это нереально, просто много времени уходит, как бы на это тоже целый час рассказывать, это проще записью поделиться, да. Если тет-а-тет поговорить, там несколько человек, кто-то хочет, пожалуйста, все. Все, ребят, на этом огромное вам всем спасибо, что присутствовали, и давайте присоединяйтесь к нашему огромному клубу, будем ломать стереотипы, будем делать то, что нам нравится. Приглашайте друзей на наши вебинары. С вами был Евгений Ва.